Всем привет, друзья! Для кого доброе утро, для кого добрый вечер. Сегодня я в этом видеовыпуске, пока просыпается город, можно сказать, подведу предварительные итоги моей программы по коррекции веса и избавлению, вернее, по коррекции фигуры и избавлению от лишнего веса. Прошло 2 месяца, чуть больше, с момента, когда я действительно решил немножечко скинуть вес, потому что, грубо говоря, усиленный бодибилдинг в зрелом возрасте — это, блин, не мое. Это я понял в конце прошлого года. И нужно для того, чтобы, блин, заниматься дальше, нужно соответствующие вот эти вот снаряды, тренажеры. А я просто так деньги отдавать фитнес-центры, фитнес-студии не желаю. Поэтому мне хватает того, что у меня есть дома, какие гантели, какие снаряды, какие лавочки и так далее. И поэтому я тогда решил восстановить свой ранний вес, который у меня был в течение, блин, почти 25 лет. Это было у меня 92 килограмма. Так вот, на канале было несколько видеовыпусков по этой теме. Я делал там вкладки, маленькие видео, когда я становлюсь на весы, и показывал там, какой у меня вес. На сегодняшний момент мой вес, вот можете посмотреть сами, варьируется от 91 до 92,5, 93 килограмм. Если мы возьмем за контрольный отсчет вес, который у меня был в конце прошлого года, 101 килограмм, то это, можно сказать, неплохой результат. Не потому, что я хочу себя там как-то утешить вот этим вот, нет. Просто нормально, если заниматься, нормально питаться, кое в чем себя ограничить, допустим, в потреблении сахара, в потреблении лишних калорий в виде хлеба, то можно достичь желаемого результата. Так вот, те упражнения, которые я показывал и показываю у себя на канале, они являются базовыми на пути достижения вашей цели, к примеру, коррекции фигуры или избавления от лишнего веса. Эти упражнения не претендуют на роль главных, основных и как бы на роль панацеи, которая может вам помочь всегда держать себя в форме. Существует огромный комплекс упражнений, направленных и на укрепление позвоночника, и на развитие грудной клетки, на развитие плечевого пояса, укрепление опорно-двигательной системы и так далее. Но то, что я вам показываю, является базой. Это значит, что к этой базе вы можете добавлять какие-то свои упражнения. На основе этих упражнений вы можете получить, так сказать, стартовый толчок для достижения своей цели. В общем, ребята, повторял и повторяю, чтобы избавиться от лишнего веса, вам необходимо вычеркнуть из рациона питания в первую очередь сахар. Не только сахар рафинат или сыпучий сахар, который вы добавляете себе в чай, в кофе, не знаю там куда, а все продукты, которые содержат сахар. Это у нас кетчуп, это у нас конфетки, булочки, там всякие сладости, мороженое и так далее. Абсолютно все продукты. Кто-то может сказать, что да ну нафиг, мы не можем избавиться от всех продуктов, которые содержат сахар, потому что мы едим, допустим, яблоки, едим то. Да, фруктовые сахара не имеют никакого отношения к белому сахару, к производной этого сахара. Поэтому не надо путать фруктозу с экстрагированным сахаром. Это две разных вещи. И мой вам совет, ребята, я не пользуюсь никакими сжигателями жира,
Я не пользуюсь никакой фармакологией для того, чтобы ускорить процесс избавления от лишнего веса. Я эту фигню не ем, потому что мое здоровье мне намного дороже, чем выброшенные деньги на какие-то вот эти вот таблетки. Допустим, почему? Я сейчас вам расскажу. У нас тут как-то по телевизору и в интернете одно время была сильнейшая реклама людей, которые занимаются спортом, фитнесом. Одна девушка была, она, значит, стала чемпионкой страны по вот эти вот танцы со звездами и так далее. Ну, в каждой, почти в каждой стране есть такая фигня. Так вот, эта девушка, она была, ну, скажем так, упитанная. И подписала контракт на рекламу, на фитнес. В общем, не знаю, как там эта фигня у них называется. Девушка подписала контракт на рекламу каких-то вот этих вот продуктов. И потом она начала худеть. Естественно, она усиленно занималась за счет вот этого вот рекламодателя, за счет спонсоров. Она в течение, по-моему, 2 лет занималась фитнесом, вот эти как кроссфитерные программы. Она сбросила вес, она стала действительно худая. У нее был пресс кубиками такой, что позавидует любой бодибилдер, блин. И потом эта девушка, я не буду называть ее имя, фамилию, потому что сегодня у нас на Ютубе искусственный интеллект занимается блокировкой абсолютно всех каналов, даже в которых просто-напросто названо чье-то имя. Если этот человек, допустим, какая-то там фитнес-звезда или артист или еще что-то, если вы без его ведома разместили, допустим, просто описание его внешности, его имя, фамилию, то ваш канал могут просто-напросто заблокировать. Вот так вот. Это сегодня уже работают не люди, это сегодня уже работают роботы, якобы поумневшие. В общем, такая галиматья. Так вот, эта девушка потом, после того, когда она достигла таких колоссальных результатов, она по телевизору очень часто появлялась и толкала различные речи. Я вам помогу избавиться от лишнего веса, подписывайтесь на мои программы и так далее, и так далее. Вдруг, внезапно, эта девушка, оказывается, умеет составлять программы, умеет составлять не только спортивные программы, но и программы питания. Она знает, какие нужны упражнения и так далее, и так далее. Ладно, что сегодня с этой девушкой? Она вернулась к тому, с чего начинала. То есть она опять выглядит достаточно упитанной, щечки пухленькие, нос картошкой, все. Говорю я это к тому, что в теме у нас видео «Здоровое питание», коррекция фигуры и избавление от лишнего веса без каких-либо фармацевтических добавок или вот этих вот, не знаю, протеинов, сжигателей жира и другой всякой ерунды. Потому что эта вся фигня до добра никого не доводит. Да, оно дает вам краткосрочный результат, но этот результат нужно постоянно поддерживать. А если его постоянно поддерживать, то это нужно... это как наркотики, которые человек, если начинает принимать, он уже не может от них избавиться самостоятельно. Точно так же с вот этими вот фармакологическими препаратами, которые вы начинаете принимать для того, чтобы, допустим, избавиться от жировых прослоек на теле, подтянуть вес и так далее. Это вся фигня, это действительно... Оно получается, как вызывает у вас зависимость. И чтобы избавиться от этой зависимости, нужно очень сильно постараться. Поэтому, чтобы ее не возникало у вас, желательно вообще не прикасаться к этой всей дряни. Да, я не спорю. От живота, от лишнего веса на животе избавиться достаточно трудно, потому что живот – это последняя часть вашего тела, которая начинает избавляться от жировых клеток. Руками вы двигаете, ногами вы двигаете, животом, увы, одних скручиваний, одних подъемов тела или ног вам недостаточно.
для того, чтобы сбросить лишний вес с живота, нужно, еще раз повторяю, ограничить себя в продуктах питания. Сахар, хлеб. Многие бодибилдеры говорят, вот, чтобы быть красивым, чтобы иметь хорошую фигуру, нужно, чтобы у вас был дефицит калорий. По поводу этих бодибилдеров я вам скажу, ребята, одно. Да, они занимаются, они могут давать вам умные советы. Откуда они берут эти умные советы? С тех аннотационных бумажек и наклеек, которые приклеены на банках с вот этим вот протеином, который они поглощают килограммами, тоннами в месяц, в год. Там, не знаю, как они жрут эту дрянь. Аннотации на вот этих таблетках, на всей вот этой вот другой ерунде. Посмотрите, любой бодибилдер, любой, он сегодня вам скажет, что как нужно правильно питаться, что вот это вот протеиновые добавки, они очень полезны. Естественно, они полезны. Так же, как вам скажет наркоман, что от наркотиков вам хуже не станет. Вы разве поверите наркоману? Но почему-то вы верите этим бодибилдерам, у которых в большинстве у них даже нет высшего образования или специального образования. Не говоря уже о физическом воспитании, которым они должны были заниматься не только в школе, но и в институтах, к примеру. Поэтому, когда какой-то бодибилдер, блогер, видеоблогер открыто призывает принимать какие-то протеиновые там прокачки или фармакологию или еще что-то, ребята, лично я ставлю под сомнение все, что он говорит. Потому что надо иметь мозги на плечах. Надо иметь мозги на плечах. Конечно, если это рассчитано на каких-то там дрыщей, я не понимаю, тогда да. Тогда они могут ему поверить, тогда они могут купить себе вот этой всякой ерунды, собрать там бабла, купить, нажраться, накачаться. И что будет потом? Пока он качается, у него будет хорошая фигура. Как только он бросает... Вы все прекрасно это понимаете, вы все прекрасно это знаете, но не хотите открыто это заявить, что да, это правда. Как только качок бросает заниматься, максимум через год он сдувается, как воздушный шарик. И у него начинается обратный процесс. Организм в первую очередь привык к потреблению определенного количества калорий в день. И эта потребность отложилась в мозгу. Занимается он спортом или не занимается, он хочет постоянно жрать. Вот поэтому они еще и толстеют. Поэтому говорю я вам, в который раз, ребята, хотите сбавить вес, хотите избавиться от лишнего веса на животе, ограничьте себя в сахаре и в хлебе. И еще раз в заключение, те видео, которые я вот снимал по этим базовым упражнениям, они действительно могут вам помочь избавиться от лишнего веса. Вот когда потеплеет, я буду уже вам показывать эти упражнения на улице, чтобы вы видели действительный эффект от тех базовых упражнений, которые я, грубо говоря, продвигаю в жизнь, пропагандирую как здоровый образ жизни. Потому что, ребята, смотрите сами. По моим программам восстановления спины, восстановления плечевого пояса занимаются люди. Ну, я не побоюсь этого слова. Сегодня именно вот так это и звучит. Занимаются люди во многих странах Европы. В России, в Германии, в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане, в Молдавии. Это люди, которые занимаются, еще раз повторяюсь, по моим программам восстановления спины и плечевого пояса. И они действительно, если вдруг кто-нибудь из них захочет под этим видео потом отметиться, они могут подтвердить мои слова, что они забывают о том, что такое таблетки, обезболивающие, против вот этой вот, против боли в позвоночнике и так далее. Поэтому, ребята, прежде чем кидаться с головой в какие-то фитнес-программы, в какие-то пожирания вот этих вот белковых соединений, в которые непонятно что понамешано, подумайте своей головой, нужно ли оно вам или нет. Для того, чтобы выглядеть красиво,
для того, чтобы выглядеть стройно и оставаться здоровым долгие годы, не обязательно принимать какие-то протеины, чтобы потом угробить свое здоровье окончательно. Вот и все, ребята, что я вам хотел сегодня сказать. Город пока еще не проснулся, многие еще спят, я еду на работу. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, поделиться видео с друзьями, нажать на колокольчик. Оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то интересное и позитивное. Всем добра!